Всех приветствую, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале. Меня зовут Алиса Дик, и сегодня у нас 6 марта. А 6 марта это что? Во всех организациях все мужчины поздравляют своих милых, прекрасных женщин с наступающим 8 марта. И сегодняшний день, конечно же, не исключение. Но также 6 числа у нас здесь в Ханты-Мансийске проходит 18-й международный кинофестиваль «Дух огня». И мы, ансамбль «Сибирь Брас», на открытии участвуем в кинофестивале «Дух огня». И сейчас спускаемся вниз, в большой зал КЦ «Игорь Классик», и посмотрим, как это будет происходить. Также не переключаемся, подписываемся на канал и ставим лайк. Поехали! Для блога. О, у самого какой-то блог. Ну ладно, сыграем. Давай. Начинается уже официальное открытие «Дух огня». Настраиваемся, подключаем микрофончики наши к инструментам, и скоро все начнется у нас. Открытие все часа полтора примерно же, да? О, господи, это что, это час? А, час? Давай с нами. Камеры. Так, заходят гости уже в зал. Вот что за кулисами происходит у вас. Да, машины удачи. Так, ну что, боевая готовность. Уже начинаем. Все, начинаем. Уже сейчас скоро наш выход будет. Все, начинаем, мужики. Thank you.
сигарет с ментолом. Так, ну что, все, выступили только что. Сейчас идем в конец зала, где мы в конце еще торжественной части тоже будем выступать. Так, а вот с этой двери в конце торжественной части мы будем заходить и выступать. Сейчас давайте заглянем, посмотрим, что там сейчас происходит в большом зале. Режиссерский триумвират представляют Наташа Меркулова и Алексей Чубов. Павел Руминов. Никита Сайфулаева. Вот такая обстановка, ситуация происходит. Поэтому ждем нашего выхода. Закрываем торжественное открытие. И едем дальше поздравлять милых, прекрасных дам с наступающим 8 марта. Всегда, когда мы говорим о Евре, о Ханты-Мансийске, то есть такой порядок ассоциаций: нефть, биатлон, кино. Вот я хочу, чтобы в ближайшие годы порядок поменялся. Кино, биатлон, нефть. Это я не к тому, что нефть кончится, нет. Я бы очень хотел, чтобы кинематографисты поздравляли, чтобы у нас были большие призы, мы поздравляли с успехами «Газпром». Ну и так, мечты. Для приветственного слова мы хотели бы пригласить на Наталью Владимировну Комарову. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я очень рада, что мы сегодня работаем с вами. Сейчас перемещаемся в пивоварный гараж, где будем также выступать ансамблем «Сибирь Брас» и поздравлять милых дам.